Шалом, возлюбленные! Мир всем вам из Индонезии! Давайте выразим нашу благодарность Господу Иисусу Христу с помощью песен, хвалы и поклонения, которые мы с вами поем вместе. Давайте поклоняться! Bumi ne goyang akeh di lihat kanan kiri yuk poro konco podo elingo sing maha kuasa tiung siro isi urip poro sedoyo amin cepat jempolnya tinggi-tinggi sama-sama. Yang di kursi jangan mau kalah sama anak-anak muda. Bumi ne goyang. Bumi ne goyang, bumi ne goyang, akeh lindune. Bumi ne goyang, bumi ne goyang, akeh lindune. Yuk poro konco, yuk poro konco, podo elingo sing maha kuasa. Mumpung siro, siro isi urip ing alam donya, biar bumi akan berlalu. Katakan, biar bulan tak bercahaya. Coba lambaikan dua tangan. Akan berbicara. Matahari, matahari tak bersinar lagi. Dengan keras. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang disinggungkannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, katakan. Biar bumi akan berlalu. Tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Janji semua yang difirmankannya. Ayo tari sama-sama sambil mutar. Shalalala, shalalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalalala. Aku cinta Yesus. Yang keras. Shalalalalala. Bilang, kulo tresno Yesus. Sekali lagi, tinggi-tinggi dua-dua. Sha-la-la-la-la-la-la. Kulo tresno Yesus. Sha-la-la-la-la-la-la. Kulo tresno Yesus. Saudara sendiri katakan sambil nari. Sha-la-la-la. Coba dua-dua jempol tinggi-tinggi bilang kulo tresno Yesus sama-sama. Ya. Kulo tresno Yesus. Saudaraku, возлюбленные, продолжайте открывать свои сердца и принимать Божие послание от пастора Ника Ньохарахардио. Библия говорит, что Иисус умер за наши грехи. Он был погребен, а на третий день Он воскрес. Христос умер за наши грехи. Библия говорит, что все мы согрешили и отпали от славы Божией. Плата за грех — это смерть. Смерть. Есть три вида смерти. Во-первых, духовная, когда слава Божия покидает человека. Во-вторых, телесная, когда дух человека отделяется от его тела. И в-третьих, вечная смерть — это пребывание в аду. А что Библия говорит об аде? Ад — это ужасное место внешней тьмы, где будет плач и скрежет зубов. Ад — это место, где черви никогда не умирают.
а огонь никогда не угасает. Ад — это место, где будут вечные мучения. Огонь и сера будут там. Мучения будут длиться день и ночь без конца. Итак, ад — это ужасное место, и вам не стоит попадать туда. Поэтому Господь Иисус пришел в мир, чтобы спасти абсолютно все человечество от ада. А как же Он спас человечество? Библия говорит, что не знавший греха сделался грехом за нас, чтобы в Нем каждый верующий в Него мог стать праведностью Божией. Это означает, что Господь Иисус должен был умереть на кресте вместо нас. Если мы посмотрим на то, как Он умирал, то это было бесчеловечно. Господь Иисус страдал ужасно. Он истекал кровью. Все Его тело было в крови. Вопрос в том, почему Ему пришлось так страдать. Библия говорит, что без пролития крови нет прощения грехов. Возлюбленные, что еще Библия говорит о смерти Иисуса? Во-первых, Он забрал наши болезни. Во-вторых, Он понес всю нашу боль, и Его ранами мы исцелились раз и навсегда. Любовь Иисуса несоизмерима. Gantikan diriku, kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Давайте поднимем наши руки к Господу. Я приглашаю вас повторить за мной то, что я сейчас скажу. Господь Иисус, Ты добрый. Ты добрый, очень добрый Бог. Положите руку на сердце. Ты добр ко мне. По отношению ко мне. Почувствуйте любовь Иисуса. Почувствуйте любовь Иисуса. Я не знаю, в каком вы сейчас состоянии, но с чем бы вы сейчас ни столкнулись, какой бы ни была проблема в вашей жизни, вы должны знать только одно. Господь Иисус очень сильно любит вас. Спасибо, Отец. Спасибо за то, что Ты касаешься нас. Ты демонстрируешь свою любовь к своим детям, благословляя их. Спасибо, Отец. Спасибо. Во имя Иисуса. Христос умер за наши грехи. Он был погребен. Но на третий день Он воскрес к вечной жизни, и теперь Он живой. Я знаю, что Он живой, и Он держит наше будущее. Aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara,
Поскольку Господь Иисус держит в Своих руках наше будущее, и Он живой, нет причин для волнений, нет причин отчаиваться. Иисус говорит нам: «Не волнуйтесь, не тревожьтесь и не спрашивайте, что нам есть, или что нам пить, или во что одеться». Ведь язычники только обо всем этом и думают, но ваш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь во всем этом. Прежде всего, ищите Царство Божьего и Его праведности, и это все вам будет тоже дано. Tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Поскольку Господь Иисус жив, проповедь Евангелия не тщетна. Поскольку Господь Иисус жив, наша вера не тщетна. Мы не умрем в наших грехах. Мы вечно будем жить с Ним, поскольку Он жив. Умершие во Христе воскреснут и тоже будут вечно жить с Иисусом. Поскольку Иисус жив, мы не несчастнее всех людей, мы, наоборот, самые благословенные из всех людей. Иисус жив, Он победил смерть, и сила Его воскресения делает нас также победителями. Поскольку Господь Иисус жив, Он дал нам тему для этого года. Этот год новых начинаний. Новые начинания. Это означает, что все старое миновало, а теперь все новое. Больные исцеляются. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang butakan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Новые начинания — это означает, что мы, верующие в Господа Иисуса, стали новым творением. Все старое миновало, теперь все новое. Это значит, что мы не можем продолжать идти на поводу у своей старой, греховной природы и дел плоти. Всякий, кто так поступает, не унаследует Царство Божьего. Новые начинания — это означает, что Господь творит все новое. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на ум человеку. Это то, что называется необычным чудом. Когда Иисус закончил учить, Он отправился в Капернаум. Там был сотник, и у него был слуга, который был ему очень дорог. Слуга был при смерти. Когда сотник услышал об Иисусе, он послал к нему старейшин. Они просили его прийти и исцелить слугу. Когда они пришли к Иисусу, то искренне просили его: «Этот человек заслуживает того, чтобы ты пришел к нему, потому что он очень любит наш народ. Он построил для нас синагогу». И Иисус пошел с ними. Когда он был недалеко от дома сотника, тот послал к нему своих друзей с такими словами: «Господин, не беспокойся, я не достоин того, чтобы ты приходил под мою крышу. Просто скажи слово, и мой слуга будет исцелен». Когда Иисус услышал это,
то очень сильно удивился. «Ведь и сам я подчиняюсь приказам», — сказал тот человек, «и у меня в подчинении тоже есть воины». Я говорю одному: «Ступай», и он идет. Другому говорю: «Иди ко мне», и тот приходит. Слуге моему говорю: «Сделай это», и он делает. И Иисус, услышав это, удивился и, обернувшись к толпе, шедшей за ним, сказал: «Говорю вам, что даже в Израиле я не встречал такой сильной веры». Когда посланные возвратились в дом, они нашли слугу здоровым. Когда сотник сказал Иисусу: «Через своих друзей просто скажи это слово, и мой слуга будет здоров», Иисус ответил: «Я не встречал такой веры во всем Израиле». Господь Иисус нашел нееврея. Это означает, что этот человек не относится к избранному Божьему народу, который имел такую сильную веру. Иисус никогда не находил такую веру в Израиле, среди избранного народа Божьего. Что же там произошло? Слуга, который был болен и при смерти, исцелился и стал здоров. Это необычное чудо. Сотник поверил в то, что исполнится все, что сказал Господь Иисус. Как это происходило в случае с его солдатами? Он говорил: «Ступай ко мне» или «Сделай это», и солдаты слушались его. Если у вас есть вера, то вы будете переживать необычные чудеса. Библия говорит: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было в начале у Бога. Слово стало плотью. Его имя — Иисус Христос. Иисус — Бог, который стал человеком. Поэтому все, что Он говорит, исполняется. Для Него нет ничего невозможного. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Кто из вас хочет переживать необычные чудеса? Если вы хотите переживать их, то вы должны верить в слова Господа так, как это делал сотник. Кто из вас желает, чтобы Господь исцелил вас? Давайте поднимем свои руки. Я хочу помолиться за вас. Господь, ты видишь эти поднятые руки. Они больны. Они страдают. Им нужно необычное чудо в жизни. Прямо сейчас я, слуга Твой, верю, что Ты поможешь им. Ты совершишь для них необычные чудеса. Ты даешь им все, что им необходимо. Поэтому принимайте исцеление, освобождение и восстановление. Во имя Иисуса. Аминь. Percaya Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus aku percaya Yesus aku milik-Mu, ku hidup karenamu dan hanya dengan segenap hatimu. Yesus aku percaya, ini iman percaya kami Tuhan. Yesus aku percaya.
Mari saudara yang di rumah-rumah, nyatakan pujian ini dengan iman. Ku hidup karenamu dan hanya Yesus, Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu, ya Tuhan. Ku hidup karenamu dan hanya Yesus, Yesus aku percaya. Dengan segenap hati Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untuk selamanya, selamanya. Mari dengan segenap hatimu panggil dia. Yesus aku percaya. Oh Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Oh Yesus aku percaya. Yesus aku dan hanya ku hidup karenamu. Dan hanya ku hidup karenamu. Dan hanya untukmu. Selamanya. Аллилуйя! Мы прославили, поклонились и послушали Слово Божие. И благодарность Богу за спасение, которое мы получили в Иисусе Христе. Давайте продолжим жить свято и угождать Богу. Это приятно Его сердцу. Счастливой Пасхи, и пусть Бог благословит вас. Janjimu yang menghidupkanku hanya padamu Tuhan. Ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Katakan lagi, takkan ku ragu Tuhan. Janjimu yang menghidupkanku hanya padamu Tuhan. Ku berseru dan mataku tertuju padamu.
cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Angkat kedua tangan kita dengan percaya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Oh, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam. Ooh.